Барселона продолжает гонку за лидером испанского чемпионата Депортиво из Ла-Коруньи. В рамках первенства на прошедшей неделе она провела два матча, в которых набрала 3 очка. Сначала «Барса» принимала у себя на Ноу Камп в присутствии 75 тысяч болельщиков «Райо Вальекано». Несмотря на скромный счет 1-0, преимущество хозяев, футболисты в темной форме, было ощутимым. И все-таки, несмотря на постоянное давление со стороны каталонцев, именно гости имели отличный шанс повести в счете. Защитники «Барсы» нарушили правила своей штрафной, и Кальдерон остался один на один с голкипером Субисареттой. Вы видите этот момент? Нарушение было явным, никаких сомнений. Ветеран и капитан «Барселоны» выручил команду. Он и в дальнейшем играл безошибочно. Во второй половине давление на ворота «Райо» усилилось. Йохан Кройф выпустил на замену болгарина Стоичкова. Но главная угроза исходила от Рональда Кумана. Не случайно все-таки главный тренер прощает ему нередкие промахи в обороне. Уж слишком хорош Куман в других компонентах игры. Он успевает и в организации атак, и очень хорош, очень опасен при розыгрышах штрафных. Куману абсолютно все равно, с какой позиции, с какой дистанции бить поворотом. Два подряд великолепных удара, и лишь голкипер гостей спасает в ворота. Именно Куман сделал прекрасную передачу Ивану, и тот поставил победную точку в этом матче. 1-0. Прекрасный пас и такой же отличный удар.